пятницу в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. С праздником семьи Верхневолжья поздравили губернатор Игорь Руденя, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Сергей Голубев. Торжество в областной академической филармонии объединило более 300 человек. На мероприятие были приглашены участники регионального этапа конкурса «Семья года 2022», активные многодетные семьи из муниципалитетов области, а также семьи из Донецкой и Луганской народных республик. Здесь присутствуют большие, уже опытные, молодые, многодетные семьи, которые являются основой нашего общества и основой нашей демографии. Очень важно, что сегодня мы можем сказать, что каждый пятый ребенок Верхневолжья – это ребенок из многодетной семьи. Игорь Руденя, Владимир Васильев и Сергей Голубев вручили почетные знаки Тверской области «Слава матери» и «Слава отца». Первого удостоены тверичанка Татьяна Носкова и Юлия Шимота из Ржева. Знаком «Слава отца» наградили Михаила Бакуна из Кимрского муниципального округа и тверичанина Владимира Шувалова. Затем состоялось чествование победителей регионального этапа конкурса «Семья года 2022». В нем участвовали на муниципальном уровне 109, а на региональном 43 семьи. Лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций» стали Евграфовы из Лихославльского муниципального округа. У нас есть родовой дом в нашей деревне, и мы уже 2 года из этого дома сделали такой маленький живой музей, где мы сохраняем традиции, язык, культуру своих предков, тверских карел. Лучшими в номинации «Сельская семья» стали представители Старицкого района Антон и Татьяна Балашовы, воспитывающие 3 детей. Лучшей многодетной семьей признаны Алексей и Елена Васильева из Твери. У них подрастает 5 детей. А вот Дмитрий и Ольга Тушины из Зато Озерной после победы в номинации «Молодая семья» всерьез задумались о пополнении. Девочки, нам не хватает. Да, решили, что раз все так хорошо получается, то можно, чтобы нас было больше. Ничего не нужно бояться. Главное – поддерживать друг друга, любить, уважать. Ценить и помогать. Да, и во всем помогать. 54 года исполнилось в этом году семье Олега Яковлевича и Надежды Константиновны Ивановых из Жарковского района. Им вручен сертификат победителя регионального этапа конкурса в номинации «Золотая семья». Ну и всем собравшимся хорошим подарком к предстоящему празднику стал концерт артистов областной филармонии.